Кировске пройдут съемки фильма Карена Оганесяна «Молоко». В главных ролях Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и Елена Валюшкина. Съемочная группа приглашает местных жителей принять участие в съемках, став актерами массовки. По сюжету главная героиня работает в школе. Для этих сцен приглашаются школьники, их родители и педагоги. Также съемки пройдут на улице Олимпийской и в автобусе. Приглашаются кировчане всех возрастов. Кроме того, киношники ищут дублера Гоши Куценко. Гоша Куценко ростом 184, то есть 180-186 мы еще рассматриваем. Конечно, лицо в кадре не будет, естественно, без волос, но полностью похоже на Гошу Куценко. Размер одежды у Гоши 54, то есть если плюс-минус где-то рядом, то это тоже можно. Съемки начнутся 23 сентября и продлятся около недели. За более подробной информацией вы можете обращаться в личные сообщения Ксении Пушкаш ВКонтакте или звонить по телефону, который вы видите на экране.